Элис, слышишь меня? Я снимаю блокировку. Молоток, братан. Двигаюсь к станции. Вот только мне туда не добраться. Проход обрушился. Из подсобного помещения напротив можно попасть на уровень ниже. Попробуй добраться до платформы оттуда. И поспеши. Буря усиливается.
Эй, Джейкоб, сюда! Забирайся! Да здесь все на соплях. Эх, ты свалить-то отсюда хочешь? Ладно, убежим. Братан, а ты дерьмово выглядишь. Дерьмово выгляжу, да? И пахну тоже. Ведь кое-кто забыл сказать, что мне придется плавать в дерьме. Я и не говорил, что будет просто. Но главное, у тебя получилось, бро. У нас получилось. Пока еще нет. Но мы уже близко. Так, давай руку. Быстро! Давай! Давай! Хватай руку! Я держу! Беги, ворот станции! Пиздец, братан. Походу, эти твари меняются, эволюционируют. Еще одна причина побыстрее свалить. Что за скафандр? Станцию повредили во время эвакуации. Нам придется выйти наружу. Лови. Одевайся. У нас буря на носу. Поспеши. Я открою шлюз. Я так и не спросил. Ты за что сидел-то? Что? Переживаешь, что убийце помогаешь? Ну, типа того. Так и есть. И что? Слушай, это было давно. Я защищался. Не то время, не то место. Я тогда много ошибок совершил. Ага, похоже, тебе крупно не повезло. Нет. Нет. Раньше я винил других, но потом понял, что это все я. От содеянного не сбежать. А ведь хорошо сказал. За все нужно платить! Всегда!
Варинера кончается заряд. Помоги мне. Элис! Если ты меня слышишь, включи аварийный маячок! Маячок! Держись, друг, я иду! Я ему говорила. Как ты нас нашла? Аварийный маячок. Повезло, что его засекла я. Ты опоздала. А вот и нет. Он знал об этой тюрьме все. Ты что делаешь? Эй! И я узнаю. Подожди! Стой! Куда это ты собрался? Я нужен тебе, я пилот. Ангар там. Лучше немедленно. Да ты издеваешься! Нужно попасть в ангар.
ищи, чем можно вскрыть эту дверь. Эти туннели ведут к гаражу снегохода. Я смогу провести нас. Новая форма биофага способна к произвольному самовозгоранию. Сначала я думала, что она может быть нативной, но морфология явно человеческая. У объекта был имплант Марк-1. Возможно, он попал сюда из Аркаса. А вот в том, что Кол изменился, сомнений нет. С момента событий на Европе все не так, как прежде. Он что-то задумал. Thank you.
правда. Может, потому что умирать бросил? А ты хотел убить меня на корабле. Теперь квиты. Слушай, может, ты не заметил, но мы в дерьме. Мы можем ненавидеть друг друга, но Элиас был прав. Порознь нам не выжить, но вместе у нас есть шанс выбраться. Ладно. Если смогу починить снегоход, довезу нас до ангара. А ты открой главные ворота. Панель управления там. Я могу тебе доверять? Вот. Возьми. Пригодится. Эти твари повсюду. Кстати, я Джейк. Я знаю, кто ты. Диспетчерская. Чтобы открыть ворота, нужно активировать панели в обеих. Защитная мера. Логично. Ладно, двигай туда. А это панель на крыше. Только не дай себя убить. Принтеры Wii-U работают для вас. Завершена.